Всем доброе утро. Честно говоря, я еще даже не умывалась, вот встала с утра попить кофе, и глаз не могу оторвать от своего жасмина, то, что называют чубушником. Я решила этой радостью поделиться с вами. Знаете, когда я его покупала в питомнике в Ломоносовском, очень хороший питомник, женщина говорит, садовод: не берите, у нас только хорошего жасмина, зачем вам надо, он некрасивый, у нас есть намного лучше сорта и так далее. А сорт они там называли необычный. А здесь вот местная женщина-садовод, которая приходила в наши деревни, она говорит, у нее такой же, называется он египетский. Честно говоря, не знаю, как он правильно называется, но глаз не оторвать, и пахнет он дюшесом. Смотрите, какая прелесть. Красотища. Выбирайте растения только своим сердцем, душой и своими ощущениями. Смотрите, какой. Вот сижу, пью кофе и им любуюсь. Знаете, у меня так красиво сидит. Сейчас, наверное, здесь солнце, потому что вот солнце относительно недавно проснулось, да. Он сочетается с розовой спиреей, который сейчас цветет. И вот там скумпия сидит с портовыми листьями, пурпурная. Ну, еще сзади там дьявола сидит. В общем, не столь важно. Смотрите, какая красота. Смотрите, прям как обильно цветет. Он у меня еще молоденький, но... Такие, смотрите, у него внизу даже гроздь. Так что, уважаемые садоводы, желаю всем удачных покупок. С добрым утром!